Всем огородникам здравствуйте, вы снова в моем огороде. А если без шуток, то сегодня у нас с вами челлендж будет. Засмеялся, удаляешь Майнкрафт. Но только в этот раз я буду смотреть видео про самого себя, как вы понимаете. И эти видео от вас, нарезчиков. Поэтому если кто-то хочет быть моим нарезчиком, то просто наряжать за эти мои видео, я тоже их посмотрю. А еще финал джампшута, скорее всего, выйдет в пятницу, поэтому... 30 тысяч лайков набирайте. Будет еще одна реакция на видео подписчиков. Да. И подпишись на канал. Давайте 400 тысяч набьем, чтобы я мог пошутить про 400. Я вам такую шутку классную расскажу про 400. Правда. А ты подпишись, чтобы узнать, что за шутка. С колокольчиком. И заходите на мой сервер, IP у вас на экране в описании. И первое видео на сегодня у нас от Бездомер нарезчика. Поехали. А, короче, хочешь шутку, да? Она тебе не хочет. Да блин, это второй раз я подряд, как бы, тяжело, но я сдержался. А если вы засмеялись, то вы проиграли, а у меня 3 жизни. Это вот так вот, поэтому. 2000 рублей, получается. Этот гений, который захотел поучаствовать. Получается. А зачем мне сразу лицо такого смешарика будет делать? Девочки, девочки, по 18 лет. Тише, вы свободны. Сколько дней прошло с чего? А ну? Переезд 242 дня, чё? Большой потанцевал 453 дня! Выживание бомжа в России 1715. Я вроде не выживал. Я нашел прикольное видео. Вот это ты прошел по канат, молодец, брат, у тебя большой. Кто большой? Кто большой? Что у меня большой? Напишите в комментариях. А это хорошо, это хорошо. Саша просто стримит. Спалили меня в трусах, ё-моё! Ё-моё! Я не такие танцы танцую, подписчики! Вы чё? Вы чё? Вы чё наделали? Вы чё? Надеюсь, это никто не увидит. Так, парень просто играет в Майнкрафт. Открывает верстак, посмотрел туда. К нему пришел в гости мистер... Мистер Домер! Это я. Я ему даю? Что я ему дал? Окрошка от Домера, ага. И что произойдет? Что произойдет-то сейчас? Он ее выпивает. Что-то явно должно произойти. Обернись. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Ни в коем случае. Нет! Нет! Не делай этого. Не делай. А! Ёкву твою! Понапридумывали вот это вот. Овца Домер вставляют. Ставь лайк, если укакался. И пора менять трусы. Мама, сына, вот бы тебе девушку. Тебе же есть 18. Я. Ну да, мам, согласен. Мам, смотри, как тебе нашел в интернете. Мама, а ну-ка. А ну-ка. Сейчас должна быть красивая девушка. Вы чё, ребята? Мама, девочка красавица, очень-очень нравится. Папа, этот прицел просто имба. В смысле? Не, ну то, что девушка красавица, спору нет. Посмотрите, какая битуха. Я... сам бы подрался с такой девушкой. А какой подбородочек? О, это я! Ну а чё, было весело? Было весело? Нормально потанцевали с Экс-Данилом? Тебя ударил, Эдуард, это покушение! Это нормально, 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 ему можно. Нормально? Ну, я не засмеюсь, я улыбнулся. Это разные вещи, правильно? Ну а если даже так, то у меня минус одна жизнь. А вы, возможно, уже проиграли. А ты знаешь шутку про тракториста, а? Вот эта шуточка, нифига себе! Ничего себе, я вытворяю, ребята, фокусы. То есть я пошутил и начал после этого танцевать, представляете? А шутка следующая будет на 400 тысяч, подпишись. Привет, Барби. Привет, Кент. Хочешь, это я. Его. Он же без сахара. Да че это? Я люблю Дирол. Я не могу, ну посмотрите на меня здесь просто сейчас. Привет, Барби, но нет! Даже с этого умудрились каким-то образом сделать нарезку, ёкарный ты чебурек. Вот это в розовое надел. А вот эти штаны я вообще попросил Лену их снять и мне дать. Это так что, это не мои штаны? Зачем я вам это рассказал? Ну, не знаю. Мама, станцуй перед гостями. Я нет. Мама, за 1000. За 1000, я бы согласился. Танцуй, пока молодая, девочка моя. Хорошо. Попробуй, попробуй джага-джага. Чё? Такого не было!
Это монтаж. Это монтаж. Такого не было, ничего не знаю. Реально, это что у меня все на стримах происходит? Ёкарный чебурек, что я творю, сумасшедший? Так, кто-то стучит. Угу, кто-то стучит. Я бы не открывал. Привет, если не передашь за 10 сек, от тебя все отпишутся. Оп. Не понял. Зато убежал. Он время остановил! Нет! Он меня по жопе ударил! Он остановил время и жахнул меня по жопе. Не, ну согласитесь, подписчики, это неправильно. Вот если бы вы время остановили, вы бы не ударили по жопе? Напишите в комментариях. Не поверите, но мне доверили, получается, сделать песок. Представляете? Мини-крафт сэнд. Добер, осталось, чтобы ты по... Ты что наделал? Добер, ты что поправь? Ты что не видишь, что ты сделал? Не поверите, но мне доверили, получается... Было дело! Ладно, все, у меня минус вторая жизнь. У меня еще одна жизнь осталась. Ну, я... Ну чё, ну папу-то точки, координат, в математике же все ошибаются, я ошибся. Короче, я рассказываю, у меня, получается, развязались шнурки. Угу, я, на сход. Знаете, ну, как бы, такой думаю, ну раз шнурки развязались, я ж не могу куда-то пойти, сейчас мне кто-то на шнурки наступит, и я всё, полечу вперёд. Ещё было? Вот так вот становлюсь, завязывать, получается, шнурки. И что вы думаете? Попка свободна. И сзади кто-то ко мне пристраивается и вот так вот начинает меня. Нифига себе. Вот это не знал, не ожидал. Получается, Домера от джага-джагали на сходке, когда шнурки завязал. Повезло, что это был не я. Я так больше не наклоняюсь на сходках завязывать шнурки. Мечтами придет момент, я подарю машину маме. Иногда приходит. Ну, как бы, что могу сказать? Я обнял подушку, а потом человек, который меня ударил по жопе, обнял меня. Мы просто друзья. У меня есть девушка. Не подумайте. Это не считается. Это я уже сам о своей шутке посмеялся. Не ожидал, что даже вы такие едете и делаете. Спасибо, подписчики. А это я. Веселая песня, на самом деле. Нифига себе, меня нарезали красиво. Девчонки сказали то, что сегодня остаться хотят. Он понял, да, то, что что-то намечается. Что-то будет сейчас. А что будет? Это не я, это шиномонтаж! Это подставили! Я бы лучше станцевал. Морская черепашка по имени Наташка. Так, крики. Ого, нифига себе, крашек. Я бы с таким погулял бы. Не, кстати, похож на меня чем-то. Даже если вот так вот. О! Насколько ты похож на Домера? А ну! Насколько? Самому стало интересно. Родилась в ноябре. Да, я родился! Родной язык. Да! Имя Серега, это я? Играешь в Майнкрафт? 10%. Есть канал на Ютубе? 10%. Ты мужского пола, плюс 10. Родился в Украине, еще плюс 10. Это чё? Это я! Пишите, кто смог пройти тест и стать Домером. Поехали, танцуй. Пока молодой, давай. Давай, потанцуем. Молодец, давай, хорошие движения, продолжаем. Вот это разогнался, опа. Ты такой молодой, посмотри на меня. Я танцую как все, но это дело. Опа! Я в офиге, шалит молодой, шалит. Шайтана машина, вот это вот. Вот это шайтана машина. Потанцевала. Меня жмут 5 незерак, но приходите мои с Пасхой и Тигринкой, и я ливаю. Нифига себе. Все игроки проходят испытания. Проходят испытания, да, помню. В это время Домер играет в догонялки. Да какие там догонялки были? Там было выживание. Отстань, мужик! У меня там чуть все ладошки, вообще все нервные клетки чуть не повыпадали. Я думаю, если он меня сейчас кокнет, то я там сам кокнусь. А поехала со мной, пусть он нам светит ярко. Обгоняем мы на марку, везу девочку-бунтарку. Я хотя бы не пешком. Вот это прикольно едет, мне вообще понравилось. Такой красивый такой. Бальдюш. Так, это я прыгаю. Да. Сейчас фокус. Оп, стальтуху я замутил.
И Али... Опа, летит! А это видео с моего телеграм-канала. Подписывайтесь. Пупсик, пойдем. Давай, заходи. А я не понял. В это время заходит Лена. Ну да, в тот момент была неловкая ситуация, не спорю. Хочешь купаться сейчас? Да, вперед. Давай, я заберу камеру. Вперед, раздевайся. Что за шиперские видосы пошли? Подписчики, ёхарный чебурик, товар. Уважаемые подписчики, если вы хотите делать такие же нарезки, хотите, чтобы я их посмотрел, скидывайте мне их в ВК или просто выкладывайте в YouTube, в TikTok, куда угодно. И если хотите стать нарезчиком и получать за это деньги, то просто начните выкладывать видосы, а потом я вас добавлю в беседу. А 300 человек набирайте, выйдет. Еще одна реакция на нарезки моих едитов, приколов всяких. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте 400 тысяч наберем, я шутку расскажу. Всем пока.